В арсенале следующего артиста около внимания 200 песен. И причем молодой исполнитель не собирается на этом останавливаться. И вот вам вопрос к вам от меня. Как вы думаете, что делает свободное время? Дмитрий правильно пишет песни на заказ. Стихи делает аранжировки. В общем, музыка, как я понял, его жизнь от и до. Автор-исполнитель, поэт, композитор и аранжировщик из города Орел, уже успевший покорить слушателей своими тонкими и душевными душевными песнями. Посмотрим, насколько это получится у него сейчас на нашей сцене. Встречайте, Дмитрий Гребцев!